Буквально несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил последние новости о известном российском певце Филиппе Киркорове. Сегодня утром стало известно, что на российского певца был объявлен международный розыск. Еще два дня назад Киркоров незаконно покинул Россию и переехал в Болгарию, где пытался скрыться от следствия. Однако вчера вечером болгарские стражи порядка депортировали опального певца в Россию. Напомним, что Филиппу Киркорову может грозить два уголовных дела. По предварительным данным, российский певец виновен в непреднамеренной смерти человека, своего фаната. Это происшествие случилось полтора месяца назад в одном из московских ресторанов. Ну а второе происшествие – это скандальное исполнение песни на юбилейном концерте Филиппа Киркорова. Российская церковь уверена, что танец артиста на поваленном кресте – это прямое осквернение чувств верующих людей. Прессе стало известно, что все концерты и выступления Филиппа Киркорова временно приостановлены, а сам певец будет находиться в городе Москва до выяснения обстоятельств. На 11 мая у Филиппа Киркорова назначено второе судебное разбирательство по вопросу о непреднамеренной смерти человека. За всю творческую карьеру Филиппа Киркорова это уже второй криминальный случай, когда по вине артиста страдает невинный человек. Сам Филипп Бедросович дал прессе весьма пристранное интервью. Филипп Киркоров заявил, что не понимает, за что его обвиняют. «Танец на кресте он назвал театральной постановкой, а смерть человека – нелепым несчастным случаем». Напомним, что совсем недавно в московском ресторане погиб 45-летний фанат артиста. Прямо во время обеда мужчина хотел подарить цветы Филиппу Киркорову, но артист испугался от неожиданности и оттолкнул фаната. Мужчина неудачно упал и скончался от полученных травм. Стало известно и уголовное наказание для Филиппа Киркорова, если его вина будет подтверждена. За гибель человека по неосторожности певцу может грозить до 10 лет лишения свободы. Ну а за свой танец на поваленном кресте Киркоров может получить до 3 лет условного срока. Фанаты поддерживают певца в трудной ситуации, но общественность считает, что Филипп Киркоров наконец должен ответить по заслугам.